А? Спина побаливает. Да нет, а что? Вы так прогибаете. Это я проверяю, как стабилизатор работает. Стабилизатор. А что за стабилизатор? Камеру. А зачем? Кино снимать. А-а-а. Я думал, вы... Вот, видите, он остается. Но спина от этой штуки болит в первые недели, и если проедешь больше 100 километров за раз. Да нет. А еще слишком молодой для этого. Итак, по многочисленным заявкам трудящихся. Когда приедешь на четверг, все спрашивают: Тарантас, где камера? Приедешь на финиш, все говорят: Тарантас, почему новых видосов нема? А только найти, куда припарковаться, это не всегда просто. Так, что тут капуста растет? Потихоньку. Так, по инструкции надо обязательно заправиться. Я туалет взял с собой. Яблочко будешь? Да, я посрал. Яблочко будешь? Какое? Специально для тебя брал. Эко яблоко. Покажи. Блять, помыл нахуй, все дела. Выбирай, какое лучше. Сдачу, что ли, привез? Да, водитель сдачи, угости кого-нибудь. Да мне и складывать некуда, у меня это самое занято. У тебя трансляшка или запись? У меня запись. Будешь? И я пас. Будешь я бока? Нет, спасибо. Блин. А ты будешь я бока? Ну, спасибо. Давай, я бока. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Здорово, братиш. Как там, с камерой сегодня? Этот, волосы из груди торчат из майки. Чувак нормально снимает камеру? Знаешь, как это называется? Профессиональный сленг. Это называется мохнатка. Это у женщин. Кстати, да. Надо крыть-то. Нее можно говорить. Нет, спасибо. Так, у меня рук не хватает. Давай подержу тебя. Вот эту петельку можешь мне от... Сосоку схвати и мохнатку потрогай. Потереби сосок тебе, давай, хорошо. Где перед? Понежнее или пожестче? Да. Готово? Вот так. За это не покладывай, где я с пивасом, пожалуйста. Тебя будут ругать? Как это ты угадал? Не будет вопроса, где камера? Ну, можешь задать, конечно. Я тебе смогу на этот вопрос быстро ответить. Здорово. Здорово. Планетарочку на 8, и прям можно в космос убежать. Садись, езжай на него. Слушай, а ты в прошлый раз на этом ездил? Четверг? Нет. На нем не ездил в четверг. На нем только за пивом ездил. Окей. А то я на старте видел, а где-то в середине, где-то еще нет. Здорово. Здорово. Нихуя. Где Вася? Да что она смотрит криво-то? Я постоял, блядь.
потом пошел погулять. Там сейчас очень много этих треков. Там стоит. Прям сейчас, там видно, мужик нормальный. Стресс. Люди начнут сливаться. Косарь 60 рублей стоило въебаться в тебя. Косарь 60? Ага. Это замена спицы, сами спицы 60? Не, ну там сколько-то, нет, короче, выправить восьмерку, протянуть спицы 800 рублей, и сколько-то там вот остальное, там вот эта спица. Угу. Ну, в общем, ну такое как бы нормально, веселое, можно себе позволить, короче. Ага. Поэтому весело еще запомнить, у меня плечо до сих пор побаливает. Блять. Я так уебался на плечо. Первый день, короче, на следующий день, в пятницу, после этого всего, у меня хрустело плечо. Я, блядь. Я, честно говоря, думаю, блядь, пизда какая-то. То есть ну я, да. Я чуть-чуть его куда-то вот шевелю, и там такие хрусты. Ну да, это какая-то нездоровая хуйня. Здоровая. Да, ну в итоге все прошло. Ну, он сказал, что он прям... к 8 подъедет. Да чего этот парень яблоками угостил? Да. Ел, кстати. Он там. Или просто объем. Ты чего? Со стабилизатором типа, да? Да. Прям работа. Абсолютно ебанутый сетап, но он мне нравится. А вот и Ильич. Так, сейчас едем по местности. Не помню, какое тут движение было до этого, но теперь оно точно одностороннее. Да, представь себе, Тарантас едет с камерой, представь себе. А у меня на жопе камеры-то нету. Она, да? Прям жопа. Вот. У меня камера не для этого. У Magic Shine есть такая херня, там задний видеорегистратор. Ну да, у Cyclic тоже. А немного прикольного контента выкладывает. Когда едешь, ты такой по лесу, никого не трогаешь, тут сзади фура. Вот очень, знаешь ли, вдохновляет вот так это самое, к шоссейным поездочкам. Это что за позеры вообще? Тут только одна полиция чила. Да что так медленно-то? Здрасте. Велополосы все слева. Кто там справа едет? Что за грубые нарушения? Правее? Блять! Блядь, здесь можно вылезти? Да, не, сейчас, подожди, там такой звук. Давай, нормально. Короче, занимаем все ряды похуй. Да там нормальные чуваки. Надо силу экономить, еще пригодятся. Да, да, да. Направо! Привет! Здорово! Как дела? Сложный вопрос! Ладно, ладно. Надеюсь, в этот раз кино про тебя не будет. А почему налево? Прямо? Прямо! Ну похуй, там встретимся! Блять! Слушай, а по встречке уже как у себя дома, как бы, вообще нормально. Встречка!
Прогрев простаты! Узота ебаная! Пятки вниз! Айфоли на нитке давление! Узота ебаная, блядь! Блядь, ты не спилился? Чё? Не-не-не! Я бы сейчас спилить! Блин, спилюха, я руль поменять полгода не могу. Блин, опасно. Я просто сейчас за тобой пристроился и такой посмотрел. Это как в Мэд Максе. Помнишь, там на колесах были хуёвины такие, чтобы шины резать. А речь, если что, идет о шимановских гайках на заднюю ось, об которой этот господин на прошлом четверге намотал 3 спицы переднего колеса. И вообще правила соблюдай. Напомню, что на этом заезде въебываться в меня запрещено официально. Правило не ездить за тарантасом. Что, болты слишком длинные? Ох, мои длинные болты. Маршрут, кстати, говно собачье, абсолютно ничего интересное. Он немного, я не знаю, скучновать, что ли. Когда мы в Севастопольске ехали, оказалось, что Керен, при том, что мы по Севастопольску ехали за 50 на спусках, и 43 у меня вышло на этих, на подъемах. Ну, чувак, ну это почти классика. Не надо. Сейчас тут тоже будет МГУ, все дела. А что МГУ? МГУ объехал и все. Ну, объехал Косыгина, прикольно. Ну, нормально. Ну, окей. Ну, я сколько здесь не снимал, все время унылая хуета получается. Вот конкретно вот на этой улице. Блин, вот что ты вот как раз камеру не брал? Я из тут, блядь, короче, я отдыхал от камеры. А я, кстати, ни одно не видел. А я прям одно объезжал. Окей. Я, да, блядь, полбанки сидра. Ну так, это самое, чтобы дотянуть до следующей авиабазы. А там уж дозаправлюсь. Не, ну ты хочешь, чтобы я сухим поехал? Ну это как, это... Блядь, ебаный четверг. Делает из меня алкоголика, без шуток. Ну, какой-то пердун сзади. Вот что случается, когда слишком дохуя народу. Тебе сзади даже не бибикает. Максимум это постараются как-нибудь протиснуться вот бочком-бочком. Вот заезжая на все велодорожки и всю хуйню. Пердит, блядь, на всю улицу, а едет точно так же. Ну. Ой, теперь это хуйло едет по велодорожке слева, против шерсти, блядь. Шпарсимен, блядь. О, кто-то ёбнулся. Ну, хуй с ним. Зашугали водилу, зашугали. Направо! Ой, блядь, бордюры, ебать. А я их в темноте вечно с разделительной разметкой путаю. Иногда получается очень смешно. Так, ну тут
Самое разумное это вылезти на встречку, потому что встречка всегда безопаснее. Так, я оказался сзади в петушиной пачке. И тут опасно ездить, тут всегда кто-то в кого-то пытается въебаться. Я что-то не хочу раньше времени умирать, я, наверное, хочу куда-нибудь поближе к началу. Виу, виу! Полиция Чила, сбросить скорость! Ведущий сзади! 23 едет! Да, 23! Пиздец, блядь! Ильич вообще нихуя не едет, пидор! Что, микрофон тебе дать? Нет, записываешь? Ну да! Сбиваешь. А? Трансляция? Нет, 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 записываю, записываю. А когда трансляция, у меня белая камера. И без стаба. Так, где он там, блядь? У тебя спидометр с собой? Блядь, мне говорят, что ты едешь 23. А, что? Блядь. Мне, кажись, уже перебор. Кажись, перебор уже. Я не чувствую на шоссе скорости. Мне что, я не просто адский медленный, я супер медленный. А ты выбери передачи нужные и едь на ней, все. Я же на ней в горку заеду, на Не, предлагаю ускориться, что-то это. Лидерат! Лидерат! Бля, ну это какой-то высокий лидерат, не очень. Хули вы там тормозите? Так, я справа. Пешики. Пешики. Нету пешков. Раз, два, три, четыре. В одной полосе четыре велосипеда по ширине. Но выглядит не очень надежно. Блять, ну вот очень интересный маршрут, пиздец просто. Блять, где это? Где? Где Ильич? Где там Ильич, блять? О, бордюр! Да, блядь. Это не трасса, но это ёмно. Водила выглядит. И оно даже у вас нет, и есть второй выпуск. Вас не обязательно? Конечно, конечно. Я отправился из-за того, что... Спасибо! Спасибо! Ха-ха-ха! Чё, как тормоза? Лучше было? Зашугался водитель. Ёб твою мать! Налево! Да ёб твою мать! Не, я побольше радиуса разворота возьму, я ебал. Стоп, 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 стоп. Маршрут грамотно продуман. Ёб твою мать, блядь, нихуя не видно. Все, я устал ехать в этой жопе.
Как фильм? Ну, пару километров в час надо сбросить, потому что там сзади, блядь, мясо. Чё говоришь? Когда Магаз будет, не знаешь? А, Магаз, ну, когда-нибудь будет там. Я тоже так говорю, не я не знаю. Как тормознём, то я буду, а? Или куда мы едем? Вон прямо, по-моему. Во, Матвей Бакула, вообще нормально. Очень. Блять, я тоже так хочу. Матвей классный. Я не думаю, что это правильный момент для того, чтобы практиковаться. Да. Только очень плохо будет видно. Стать. Ты черный, как это. Ну знаешь, что будет круто, есть там творческая. Заметно, блядь. Так, пацаны, не гоним, не гоним! А ты иди нахуй! Ёб твою мать! Никого нет, отлично. Самое сложное в междуряде — это ездить с другими такими же долбоебами. Не гоним, не гоним! А что жестко творится, прям боясь? Это из серии там какие-то указания прям транслируют. Эти сколько людей, ты далеко будете потом там вот продать. Ну слушай, ну надо ж постепенно, а то толерантность будет накапливаться, понимаешь? Ну с фармакологической точки зрения я говорю толерантность. Так, чё, куда? Прямо или сразу? Нет, надо орать пидорасы хотя бы, потянуться, значит. Ну это потом, потом когда, ну вот чё? Ну чё, это далеко отъехали, что ли? Не, ну это ладно. Пидорасы мы нас ужили, да? Охуели, что ли? Не гоним! Справа Магаз! Где справа? Чё? Что? Стой! Стой! А вот это пятерка, господи, теремок какой-то ебаный. Метеоризм – это проблема будущего Тарантаса. Я на второй этаж! Второй этаж! Да, чисто, я на второй. Напитки, вода, написано. Чего это? Пожалуйста! А еще есть? Еще хочу.
Такие бывают, и они все отстойные. Блять, где ведущий опять? Кто ведущий, Вася? Да. Он впереди. Впереди? Да. Окей. И летим! Уже можно, промежуток был. Можно ускоряться. Думаешь? Да, да. Блять, проебемся. Кто упал, тот лох. А, они не найдут дороги, они, блядь, проебутся все, долбоебы. Жив! Отлично! Разъеб, мой живой! Ой, блядь! Тихо! Живой? Отлично! Много новых лиц на четверге, много долбоебов! Будьте аккуратны! Рельсы! Правая полоса свободная. КамАЗик. Ебите справа ряда! Держак! Зашуганные водители. Да, конечно, я понимаю, что ты хочешь влево, но увы. Лежак! Кричит, стоп, они сейчас все же тормозят, они пизда. Лежак! Бам-бам! Блять, встречка свободная, а я тут еду как. Встречка! Холодно! Здесь, кстати, вечно все песком затрыстано, можно пиздануться. Встречка! Прямо, прямо! 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 Прямо, блядь! Ну пусть едут по маршруту, ха-ха-ха. Опять набережную поломали. Да сколько можно уже? Бля, ну тут пизда, все едут на все деньги. Я ебал такую хуйню. Пизда четвергу.
Блядь. Так, это нужный? Да, это нужный. На мост! На мост! Да иди нахуй! Встречка! Блять! А чё, куда? Точно туда? Нет, прямо нам надо. Блять! Эй! Назад! Эй! Куда? Куда? Назад! Куда? Да прямо, говорят. Блять, ну я не знаю. У меня маршрута нет, за мной не едьте. Пиздец, блять. Заебись! Циклокросс! Ой, блядь! Ёб твою мать, у меня тут камера откручивается. Вон там, ребята, едут вперёд. Вон там, вон там, вон там. Так, камере пизда. Я разломал пластиковое крепление для GoPro.